Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня у нас будет история в симуляторе качка. Маленький бекон, ребята, нашел секретное место и попал в лабораторию СЦП. Этой лабораторией управляет настоящий скелет, ребята. И что же ждет сегодня бекона, мы вместе с вами узнаем. Перед просмотром, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а мы давайте будем разбираться, что же у нас произошло с этим бекончиком. Приятного просмотра! Ой, ну что, начну я качаться, наверное. Ой, наконец-то я зашел в тот мир, где никого нету. У меня, кстати, крутая вот такая вот майка. Качок номер один, я специально себе приобрел. И сейчас буду качаться. У меня, конечно, питомцев никаких нет. А хотя подожди-ка. Подожди. Здесь же есть питомцы. Вот это, точно я же его получил в натуре. У меня есть питомец, но его чуть не видно. И теперь я могу вот так качаться и прокачивать свою силёнку. Кстати, здесь много чего добавили, как я понимаю, да? И я хочу попрокачиваться хорошенько, тем более с питомцем, с таким. Чтобы получить, конечно, самых крутых питомцев, мне надо очень много гемасов накопить. А вот это секретный какой-то питомец! Я его никогда еще не видел, ничего себе. Прикольно, я тут хочу его получить. О, кстати, точно, я здесь считаю один на сервере, да? И мне можно что-нибудь попрокачиваться. Вот, я не знаю, у меня есть друг, он читер, он быстро прокачивается. А я вот никогда не любил читерить. А чё я не могу туда пройти? А, нет, все нормально, могу. Я теперь захватчик этого ринга, этой территории. Но хотелось бы, конечно, очень быстро вкачаться. Интересно, есть такое что-нибудь, какой-нибудь метод, с помощью которого можно быстро прокачаться? Ребята, пишите в комментариях, как вы прокачиваетесь. Кто-нибудь, может быть, среди вас есть в топе? Очень хотелось бы узнать. Что это за звуки были? Что это такое было? Это какие-то страшные звуки? Непонятные. Откуда, интересно, они? Что это там такое наверху? Смотрите! Что? Это лабиринт какой-то странный! А как туда попасть? Подожди, вот это вот обычная локация, это портальная она. А вон там что такое, смотрите. Ничего себе, как туда попасть, я хочу туда попасть. Так, может быть, есть какое-нибудь секретное место, секретный портал? Может быть. Может быть, где-то около босса? Ну-ка, а если я попробую просто вот, например, в Hell Gym попасть? Ну, у меня нету никаких ребертов, поэтому не смогу туда попасть. Может быть, вот в этой локации Teeny Zone есть что-то интересное? Может быть, ну, я не знаю. Это просто как по пальцам в небо тыкнуть, и я не смогу по-любому туда никак попасть. Так, ну, я не знаю, попробую все-таки, может быть, вот этот портал мне сейчас что-нибудь даст, я смогу туда попасть, ну-ка. Не, требует 10 ребертов. Ня, вот сюда. Ой, где это я? Что? Я нахожусь как раз здесь. Что это такое? Это какая-то лаборатория странная. Ничего себе. Во, кто это? Я слышу, что кто-то качается. Прям здесь. Где это? Что за звук? Что это за лаборатория вообще? Странная. Не понимаю. Вообще, смотрите, какие-то непонятные ходы тут. Везде двери открыты. Ой. Какие-то... Вот, куда-то наверх ведет сюда территория. Ну-ка, попробуй сюда пройти. Ой, это какой-то кабинет странный. Компьютер. Ну-ка, может быть, что-нибудь в компьютере написано? Нет, тут ничего такого не написано в компьютере. А кресло-то классное, удобное. Вау. Куда я попал? Интересно. Ну-ка, дальше идем. Может быть, вот здесь? А, нет, сюда. Здесь я просто упаду. Да, это какой-то выход. Вау. А кто там качался, интересно? Я хочу посмотреть. Кто там это так прокачивался? У меня, кстати, аура не пропадает. Я настолько сильный, что у меня аура не пропадает. Вот, может быть, вот сюда поднять? Нет, я здесь вроде был или не был. Ой, тут какие-то... Это что такое? Я еще не свалился. Так, а как туда попасть-то наверх, интересно? Может быть, как-то я могу туда попасть? Так, надо, главное не падать. Ой, фуф. Я думаю, я сейчас упаду вниз. Но вниз я не упал. Окей, так, а я снова сюда пришел. Какие за лабиринты, непонятно, странные. Может быть, я это... О, я снова слышу кого-то. Я снова слышу, что кто-то качается.
Где это? Где это? Звуки! Ой, что? Где я? Где я появился? Что это за двери? Ой, где это? Где звуки? А! Вы слышите это? Что это такое? Кто-то качается? Я этого не делаю? Интересно, а куда вот эти вот проходы-то меня приведут? Вот здесь я прям слышу, кто-то качается. Ну-ка, открывайся. Дверь, где? Где? Не понимаю. Я слышу. Ну-ка, а как дверь-то открыть? Они открываются вообще или нет? Они здесь не открываются, похоже. Я не могу открыть, да. Интересно, а куда мне теперь тогда идти? Вообще странности какие-то. Ну-ка, может быть, все-таки смогу пройти вот сюда, вот в это вот. Ну, а куда? Вот здесь что-то новое. Да, я вижу. Какие-то проходы странные. Вот здесь, смотри, там что-то открыто было. Ой, а это куда ведет, интересно? Она открывается? Ой, я попал сюда, да. Она открылась. А куда теперь? О-о-о, подожди-ка. Это я как раз-таки вот наверху, да, да. Я как раз здесь, где кто-то качался. Я могу сюда пройти? Я не могу сюда пройти. Вот там открывается дверь. Я сейчас приду куда-то, кому-то. Интересно, а кто это все сделал? Ой, ой, открылась дверь. Я куда-то иду. А, это комната какая-то. Неужели в одной из комнат кто-то качается? Ну ладно, я пойду дальше искать. По-любому должен найти того, кто здесь качается. Ну-ка. А, снова открылась комната. Здесь кто-нибудь есть? Эй, не, никого нет вроде бы. Обалдеть, что это там за место-то вообще? Ну-ка, открываю здесь. Где? Кто? Ой, здесь никого нет. Ну, я не знаю, бегаю, никого пока еще не нахожу. Вот, кстати, вот здесь может быть кто-нибудь есть. Я хочу спрыгнуть. Спрыгнуть, сказал. Вот, ой. А, что это такое? Что это за монстр? Это какой-то монстр, реально. А, смотрите, какой. Он страшный. Иди сюда, монстр. Давай, будем с тобой драться. Иди сюда. Тыщ, вот так сейчас тебе. Я смогу к нему залезть? Я смог к нему залезть. А, ты страшный. Он меня убьет или нет? На. А, я его сейчас убью. На тебе. Получай. О, не-не-не, мне страшно. Мне страшно. А! Все, я устал от него. Нафиг, не буду я к нему лезть. Что здесь вообще происходит? Так, я куда-то поднимаюсь в другое место. Наверх куда-то вообще по каким-то лестницам. Лесенки. Стоит, это какая-то реально лаборатория, где проводят какие-то эксперименты. Неужели это эксперименты над людьми? Интересно, очень интересно, что будет там дальше. Но здесь кто-то есть. Я нашел вот этого какого-то экспериментуса. А кто-то по-любому еще должен быть. Где? Кто-нибудь? Кто-нибудь? Где? Пожалуйста, объясните мне, что это вообще за место такое? Я куда-то иду в какие-то непонятные камеры, отсеки. Ой, что это? Где это я? Чего? Кровь. Везде кровь. Черт, я не хочу здесь находиться. Как я вообще сюда попал? Как я попал в эту комнату? Не понимаю. Так, идем дальше. Ты кто? Ты кто? А, ты что меня так пугаешь? Это ты что ли здесь качаешься? Да, ты с гантелей. О, ну слушай, да, это я. Ха, привет. Меня зовут Король Скелетов. Какой Король Скелетов и все? Ой, а что это у тебя? Аура куда-то пропала. А я хочу, чтобы у меня тоже аура пропала. Ты можешь мне так же сделать? Я хочу, чтобы у меня ауры не было. Ты можешь так сделать или нет? Я могу все, ха-ха-ха-ха. Так что сейчас все будет. Смотри, я, можно сказать, волшебник в вашем мире. Ну, я ученый. Да. И вот так вот все. Я убрал твою ауру. Ого! Ничего себе! А что ты тут делаешь? Прокачиваешься, что ли? Нет. Это моя лаборатория, и я здесь провожу эксперименты. Кстати, хочешь быть одним из моих экспериментов? Каким? Не, не хочу быть экспериментом. Я хочу быть твоим другом. Моим другом? У меня нет друзей. Ты меня не боишься, кстати? Нет, я не боюсь, слушай. У меня тоже нет друзей. Давай вместе будем друзьями. Ну, слушай, что-то... Какой-то ты странный. Как ты вообще сюда попал?
Не знаю, я зашел в портал и меня сюда телепортировало. Я вообще даже не знал, что здесь наверху что-то такое бывает. Это моя лаборатория, я ее сделал совсем недавно. И я экспериментирую над обычными людьми. Я дал обычному лимону зелье, представляешь, и он открыл свою вторую сущность и стал демоном. Я дал такому же бекончику, как и ты, зелье, и он создал клонов, и теперь он может править всеми. Но, конечно же, если я этого захочу. Ничего себе, ты крутой, слушай, а можно с меня сделать своей правой рукой, я буду тебе помогать? Ну, слушай, это хорошая затея, мне нужна правая рука. Я могу дать тебе очень интересное зелье, с помощью него ты станешь очень сильным, ты сможешь контролировать все, что происходит на Земле, и докладывать мне, ну и само собой следить за теми экспериментами, которыми я провожу. Можешь так-то сюда даже вербовать людей, сажать их в клетку, чтобы мы вместе с тобой ставили над ними опыты. Ничего себе, слушай, ну это как-то, как ты как будто злой. Может быть, желанию людей, может кто-то не хочет, чтобы над ними ставили эксперименты, а ты вот так вот берешь и ставишь над всеми ними. Ты слушай, давай-ка это, если хочешь быть моим другом, моей правой рукой, тогда ты будешь слушаться меня, понимаешь? Ну да, конечно, понимаю. Ну ладно, а чё, да, давай, я попробую, хочу попробовать. А что за зелье-то? Пойдем за мной. А, ладно, давай, пошли. Вон там в комнатке, бери зелье. В этой, что ли, комнатке? Ничего себе. Ой, я хочу тоже такой противогазик. И прикольно, тут, вот здесь, что ли, в ящичке в этом? Ты где? Да, в этом ящике. Самое лучшее зелье, которое когда-либо я создавал. Хорошо, попробуем. О, я выпил что-то. Ого, моя сила растет. Да, ты можешь пить это зелье бесконечно. Каждый раз, когда ты его выпьешь, оно будет давать тебе 20 тысяч силы. Ничего себе, серьезно, 20 тысяч? Ну это так-то, слушай, не так много. Я думал, сейчас мне сразу 100 тысяч дастся. Ну, даже если 20 тысяч, то это очень круто. Так, ну что, ладно, какая моя миссия? Первая, давай, дай мне задачу. Ну, слушай, мне нужен один доброволец. Какой-нибудь нубик самый-самый слабенький. Я хочу подчинить его разум себе. Если ты его сюда приведешь, то мы с тобой попробуем подчинить его и сделать из него настоящего монстра. Ничего себе! Слушай, звучит прикольно! Ладно, я сейчас отправлюсь тогда, получается, вниз, на землю, да, и буду кого-нибудь уговаривать пойти со мной. Прикольно! Давай, буду ждать тебя в своей лаборатории. Хорошо, хорошо, понял. Я пошел тогда на землю. Ха! Вот я и на земле! Нифига себе, кстати, я могу сейчас управлять своим размером! Качок номер один в действии! Ну что, кто будет моей жертвой? Посмотрим! Интересно, в какого монстра он хочет превратить нубика? Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Если вы хотите узнать, что же будет дальше, обязательно напишите об этом в комментарии и не забудьте поставить лайк. Всем удачи, ребята, и до новых встреч. Пока-пока.